познакомиться ближе с культурой других народов. В Линторе состоялся молодежный межэтнический форум. Целый день школьники муниципалитета и студенты местного техникума узнавали о традициях разных национальностей, представители которых живут не только в Сургутском районе и Югре, но и во всей России. О том, как именно организаторы решили рассказать об особенностях других культур и почему в подобных мероприятиях важно участвовать с юного возраста, расскажет Татьяна Расторгуева. Научиться танцевать лезгинку, своими руками расписать матрешку и изготовить хантейский амулет-подвеску. На молодежном межэтническом форуме участников старались как можно глубже погрузить в традиции и культуру других народов, которые проживают не только в Сургутском районе и Югре, но и во всей России. Также участники – это студенты Линторского техникума и школьники муниципалитета – обсудили на стратегической сессии вопросы собственной идентичности и проблемы при взаимодействии представителей разных национальностей из-за существующих стереотипов. Помимо нашей стратегической сессии, мы предусмотрели в программе очень интересный этноквиз. Далее, также в программе у нас сегодня запланирована увлекательная пантомимическая игра «Югорские тропы». Мы своим мероприятием все-таки хотим, наверное, показать ребятам, насколько важно, насколько быть сплоченными, жить в мире и согласии, какие успехи мы можем в этой стезе добиться, если будем все-таки сплоченно жить и рука об руку идти по этой жизни. Последние несколько лет в Сургутском районе проходит много мероприятий, направленных на раскрытие культуры разных народов. Особо активно в них участвует именно молодежь. Такие форумы нам помогают больше знакомиться с другими людьми, больше узнавать о нашем районе, о регионе, также о нашем техникуме. Так что такие форумы нам очень будут полезны, и будет хорошо, если они будут проводиться еще чаще, чем обычно. Вообще интересно, очень хорошо. Может быть, может что-то еще добавится, что будет намного интереснее. Но пока я пообщалась с студентами со своей группы и с другими, они сказали, что им очень нравится. В роли спикеров на подобных мероприятиях выступают преподаватели сургутских вузов. По их словам, важно воспитывать уважение к культуре других народов с детства. Следует сказать, что последние 20 лет в России как раз-таки достаточно много делается и на уровне законодательства, и на уровне каких-то практических действий. Да, вот один из примеров такого реализации на практике – это сегодняшний форум, как вариант. Да. Во-вторых, мы с вами прекрасно помним, в советское время была замечательная концепция, концепт дружбы народов. Каждый регион уникален, каждая союзная республика уникальна. Вот наша задача в современности – это стратегическая задача и государства, правительства в целом, ну и в том числе нас, как граждан, собственно, своей страны, перейти от концепта дружбы народов к дружному народу. По мнению организаторов, на межэтнических мероприятиях важно именно в интерактивной форме познакомить молодежь с культурой других народов. Такой формат позволяет не навязать, а воспитать уважительное отношение ко всем людям без оглядки на их национальность. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Сургут 24, Линтор.